ход последний каскадера. Вот и все, закончена работа, и идет среди афганских гор каскадер четвертого залета, и последний самый каскадер. Каскадер четвертого залета, и последний самый каскадер. Без брони идет, без автомата, весь багаж, рюкзак да чемодан. Парень из последнего каскада покидает мартовский Афган. Парень из последнего каскада покидает мартовский Афган. По кабульскому аэродрому он идет, не чувствуя весны. За 4000 верст от дома и за 200 метров от войны. За 4000 верст от дома и за 200 метров от войны. Он почти у трапа оглянется, остановится и на момент отчего-то грустно улыбнется и закурит сигарету Кент. Отчего-то грустно улыбнется и закурит сигарету Кент. Может, нет для радости причины, а может, просто до смерти устал. Смотрит он на горные вершины, меж которых жил и воевал. Смотрит он на горные вершины, меж которых жил и воевал. И когда, прервав минуту эту, дружески махнет ему пилот, он, щелчком отбросив сигарету, не спеша поднимется на борт. Он, щелчком отбросив сигарету, не спеша поднимется на борт. И под рев турбин родного ила, боевых традиций не забыв, с бортмехаником по кружке шила, без закуски выпьет за отрыв. С бортмехаником по кружке сшила, без закуски выпьет за отрыв. И уже под мирный гул моторов, по дороге к дому и весне, будет спать и видеть сны, которых никогда не видел на войне. Будет спать и видеть сны, которых никогда не видел на войне. Будут в снах тех рейды и засады, БТР дрожащий горячо, и блокпост, где все его ребята живы и не ранены еще. И блокпост, где все его ребята живы и не ранены еще. Будут в снах у каскадера горы, весь дыму Хайберский перевал. Не будите, люди, каскадера, он свою войну отвоевал. Не будите, люди, каскадера, он свою войну отвоевал.